А здесь птица и лиса, правильно? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем играть в Bendy and the Dark Revival. И кажется, это последняя часть. Мы встретили Генри, чувака из первой части, главного героя. И теперь мы знаем, что нужно сделать. Нужно найти, типа, надпись «Конец», чтобы Бенди это увидел. У нас полное здоровье, мы, в принципе, можем ничего не делать. Так, рычаг. Если есть рычаг, дергать надо. Такое правило. Не совсем понятно, что делает этот рычаг. А, вот, нам сюда нужно. Там мы и найдем как раз-таки этот самый, эту самую табличку. Конец. Заветную. Что? Я почему не могу идти? Здесь все окей. Скорее же. Быстрее же. Мы должны отыскать это. Всегда есть надежда. Спасибо. Спасибо большое. Я тоже в это верю. Всегда есть надежда. Наверное. По крайней мере, пока ты жив. Не авторизовано. О боже. О боже, это тварь это. Ладно. От нее можно убежать. Мы сдохли? Нет, нет, нас захватили. Нас сейчас посадят в тюрьму. Да. Что? Спаситель наконец-таки придет. Уилсон? Отдыхай, Одри. Ты все еще слаба. Хранители... Они не очень любят незнакомцев. Но нечего бояться, пока я с тобой. Ты в безопасности теперь. Ты это сделал со мной. Ты сюда меня притащил. Превратил меня в эту штуку. Это бессмыслица. Я тебе ничего не сделала. Открой свои глаза и посмотри вокруг. Ничего из этого не имеет смысла. Нарисованные стены. Чудовищные существа. Древняя студия, которая умерла 30 лет назад. Это все фикция. Полная чушь. И тем не менее. Здесь она существует. Она дышит. Она цветет. Реальность. Которая направляется ручкой Творца, фундамент для новой реальности. Она проникает в нашу. Просто подумай об этом. Все, что мы создаем здесь, мы можем выпустить туда, в реальный мир. Но сначала этот мир должен быть контролируемым. Должен быть безопасным. Эти штуки, эти ангелы и демоны, они правда живые? Или они просто пятна, старые ошибки, готовые быть очищенными для чего-то нового и великого? Что вы хотите от меня? Я хочу, чтобы ты помогла спасти жизнь моего отца. Что? Это наша остановка. Мы поговорим еще, когда безопасно доберемся туда. А пока что? А пока что встанем? И долго нам так вот с ним ехать? Он как Джимен. Куда ты мою трубу дел, а? Что я должен сделать здесь? Моя труба. Держись ближе. Это не очень безопасное место, как оно было раньше. Опа. А ты где?
А ты где? Куда он делся? У нас нет способности больше. Старые пути 77 – тихое место теперь. С тех пор, как случилось то поездокрушение несколько лет назад, люди не любят здесь ошиваться. Слишком много странных вещей происходило на этой платформе. На прошлой неделе один из железнодорожных работников сказал мне, что он сообщил о каком-то поезде, который идет не по расписанию. Там были фигуры, стоящие в вагонах, и эти фигуры пялились в окна. Но он не остановился и никого не выпустил. Он просто продолжал ехать прямо. Некоторые говорят, что это экспресс Silver Lane, тот самый поезд, который разбился. Китти Томпсон, ну это жутко, это жутковато, честно. Куда делся Уилсон? Уилсон! Уилсон, вы не видели Уилсона? Иди вперед! Погоди, это ты говорил? Ты говорила со мной? Куда я должен идти? Сюда, что ли? Они какую-то сделали здесь антиутопию. Даже в этом мире. Демон злой продолжает распространяться. А, зло демона. Он лжет, Одри. Теперь я ему нужен, он будет мне помогать, да? Тихо, что ты сказала? Ничего. Ничего. Конечно, он слышал все. Почти пришли. Просто небольшая остановка. Не займет больше мгновения. А что, ты не пойдешь со мной? Субъект будет стоять... Где? Designated. Забыл, что значит это слово. А, вот здесь я должен встать. Ох, чувствую, плохо будет. Смертельные объекты обнаружены. Субъект отдаст все оружие для дальнейшего осмотра. Разоружить сейчас. Чё, как это сделать? Сюда положить? О-о-о. Смотрите, автомат Томпсона. Топор. Стой спокойно, пока мы будем тебя осматривать. Субъект чистым и может пройти. Ты здесь? Как ты здесь оказался? Добро пожаловать в цивилизованный мир. Как тебе нравятся мои сигнальные башни? Они используют силу демона. Я бы хотел сказать, что я их разработал, но, кажется, наш друг из Гент-корпорации были демонические проблемы. У него были свои демонические проблемы какие-то. Вот ты что такое? Это просто маска. О, это он? Побеждающий демона. Он же врет. Он как бы создал этот образ спасителя. Now, dear, а теперь, моя дорогая, если ты простишь меня, мне нужно кое-что подготовить. Мы поговорим позже, обещаю. Ты сказал, что минутку займет. К тому же, ты, наверное, очень устала. Небольшой отдых тебе поможет. Бетти покажет тебе твою комнату. Она моя домохозяйка. Помимо всего прочего. Ты никогда не убивал демона, верно? Нет. Он слишком силен, чтобы его уничтожить. Поэтому мы его запечатали в другой форме, которая поменьше и безопаснее. Бенди. Это была тюрьма подходящая. Но кажется, он нашел способ освободить себя. Но хватит говорить. Мы с этим разберемся. Однажды. Все там уже подготовлено для вас? Уилсон, погодите. Еще кое-что. Если тебе нужна моя помощь, почему бы ты не попросил просто? А ты бы поверила мне? Проходите.
Сюда. Наконец-то вы здесь. Так волнующе, что вы у нас здесь. Чтобы вы понимали, мы в южном крыле. Лаборатория Уилсона внизу, и так... А вот там вот северное крыло. Никогда в западное не идите. Ладно, идем. Чернильный демон приходил сюда однажды. После этого мы держим северное крыло закрытым. Я боюсь, что там все в руинах теперь. Те сочные книжки все пропали даром. А хранители тебя разорвут на части, если не будет с тобой Уилсона, а не наверху. Ты будешь долго идти? Хорошо заботиться о гостях, особенно с теми, о тех, с кем можно поговорить. Я не успел прочитать до конца, но если что, субтитры есть. Хорошо? Вот и мы. Лучшая комната в доме. Ты бы видел, где я сплю. Но эта комната просто великолепна. Все подготовлено, все чистое. Никаких пятен. Короче, ладно, иди. Мне в туалет надо сходить. Иди. Что? Уходи. У тебя были вопросы? Здесь всегда ночь? Всегда темно, если ты это имеешь в виду. Насколько я могу вспомнить. А ты? Ты очень старая? Нет. Насколько я помню, понимаю, я довольно-таки новенькая. Хотя... Я один большой провальный эксперимент. Но Уилсон будет стараться. И ты веришь ему? Это обитель демона. Его тень над всеми нами висит. Я никому не верю, но... Уилсон заботится обо мне. Хранит меня. Он говорит, что я напоминаю ему маму. Это хорошо. Откуда вы там? Я не знаю. У меня и не было мамы. Ну, неважно. Теперь, мне сказали, чтобы я убедилась, что вы хорошенько поспите. Поэтому идите и расслабьтесь. Я кое-что для вас оставил на столе. Какое-то снотворное. Просто следуйте инструкции осторожно. Спасибо, Бетти. Пожалуйста, если тебе что-нибудь нужно будет, просто зови меня. Я всегда не сплю. О, что? Гилсон? Что такое Гилсон? Так, пинч, соль, кока, какао, точнее. Потом, блин, что? Где мне это нужно? Давайте сделаем сейв. Узнайте, что такое Гилсон. Погодите. Окей, эти книжки, это вы просто застопите и прочитаете. О, снова мы видим себя, наконец-таки. Может, умыться? Все чернила себя. О, туалет! Как я хотел... Да! Фу, наконец-то! Все ушли. Это первое, что нужно сделать после долгого путешествия. И долгого приключения. Это неожиданно. Зачем? Непонятная деталь. Из всего, что мы можем здесь сделать, нам позволено только в туалет сходить. И типа, можем еще раз, но нет, у меня все в порядке. О, кушетка. Что же такое Гилсон, спрашиваю я вас? Не знаю. Сядем на стул. Не хочу сидеть на стуле, я хочу быстрее лечь спать. В реальной жизни. Погодите, а может быть и не нужно спать? Может быть нужно просто взять и выйти? О. Здесь все закрыто. Хорошо, будем исследовать, что такое Гилсон. Сейчас мы узнаем.
Здесь нет ничего. И мы не перемещаться уже не можем, к сожалению. Налево или направо? Налево. Закрыто. Библиотека. This doesn't help at all. Не помогло. А может быть вот это? Well, that didn't tell me anything. Ничего мне не сказала. So, I'm looking Найдите for рыбу. A fish? Я ищу рыбу. There's gotta be one here somewhere. Тут должна быть какая-то рыба где-то. Ну ладно, идем дальше. Просто найдем рыбу по пути, я так понимаю. Откуда мы пришли? Почему здесь заперто? Вот так, таким странным способом. Сюда нельзя в лабораторию. Во! Рыба, ты здесь? Рыба! That's a fish. А вот это рыба. He's too fast. Слишком быстрый. И что ты предлагаешь мне? Maybe if it was closer. Может быть, если оно было бы ближе. Погоди, а при чем здесь рояль и рыба? Ладно. That did it. Looks like вот работает. Я усыпил рыбу? You can't get away from me, little stinker. Ты от меня не уйдешь, маленькая вонючка. Hello. Привет. Я forgot the Gilson again, didn't I? Забыла про Гилсон. Он уже готов на кухне. Я тебя отведу в комнату, окей? Пожалуйста, положи Гарольда обратно в аквариум. Он не любит, когда не мокро. Идите в свою комнату. Сейчас. Наверняка уже в интернете есть видосы, как люди красиво играют на этом пианино. Но я не буду этим человеком. Хорошо, давайте вернемся в свою спальню. Это вон туда. Что-то я не помню, зачем эта рыба нужна была? Сюда. Вот Гилсон, да, я так понимаю. Че, попьем его? Now just three sips of water. А просто три глоточка воды. One. Раз. А два. Two. Что-то сейчас будет там со мной. И последний, three. Третий. Элис, спокойной ночки. Я уже и забыл про Элис. Это уже совсем как будто бы другая игра по ощущению. Так долго грузится. Интересно, что это? Что там сейчас будет? Вообще другая локация? О, нет. А, наконец-таки проснулась. Я уже испугалась, что ты пропустишь вечеринку. Что? Что происходит? О, ты немножко на взводе, да? Все в порядке. Я понимаю. Не каждый день... Что? Не каждый день видишь звезду. Я ангел. Ангел? Элис ангел. Если точнее, это я. Неспосланная с небес. Просто совершенство. И что ты хочешь? Прямо к делу, да, перейдем? Хорошо, мне нравится. Дело в том, что... Ты единственный в своем роде. Что я хочу... Твое лицо, чтобы было моим. Я сорву твое лицо. И кину на стол. Короче, она хочет мое лицо. И с твоей щедрой жертвой я стану красивой. Но теперь, пока что, давай повеселимся. У нас очень много времени, прежде чем начнется кровавая баня. Как насчет игры? Давай поиграем.
загадки. Отличная идея! Нет. Хорошо, дорогая. Вот такой у нас договор. Позади тебя дверь к свободе. Но она откроется, если ты решишь мою маленькую загадку. И вернешь ее к своему стулу. Тогда я выброшу это... Этот свитч. Если ты отгадаешь, то уйдешь. Если нет, то сгоришь. Начнем! Встать. А что я должен был сделать? The fox thinks the rabbit smells of elderberry. I couldn't see them sitting together. Еще раз. The fox thinks the rabbit smells of elderberry. I couldn't see them sitting together. The bird won't have anything to do with the rabbit, but I hear he likes to court danger by sitting next to the fox. Короче, лиса не может сидеть с кроликом. А птица с кроликом. Но ему нравится сидеть рядом с лисой. Птице нравится сидеть с лисой, но не с кроликом. Кролик никогда не сидит с птицей. Что? Но ему нравится игривая компания с медведем. Кролик сидит с медведем, а птица с лисой. Лисе не нравится медведь. О, они никогда с ним не сядут. Лиса никогда не сядет ни с кроликом, ни с медведем. Медведь всегда сидит рядом с птицей. Потому что они ходили вместе в школу. И лиса никогда не сидит слева? А в чем конкретно я должен? Что я должен сделать теперь с этим, с этой информацией? Что надо сделать? А, когда я буду... Да, это все. Может быть, надо дернуть рычаг, когда я буду готов? Я готов, по-моему. Готов отгадать что-то. Ага, надо наверх залезть. Оу, так, лиса никогда не сидит. Погоди, две лисы? Свинье, про свинью вам вообще ничего не говорили? А, значит, лиса никогда не сидит слева. Меняем. Медведь сидит с кроликом. Стоп, здесь должен быть медведь, здесь должен быть кролик, а здесь птица и лиса. Правильно? Или я поджарюсь сейчас? А, ну скорее всего нужно сесть в стул, на свой стул точнее, и если я отгадал, то меня не поджарят. Я буду свободен. Окей. Я готов. Я правильно ответил. Держись, дорогая. Вот и пошло. Три, два, один. Мне их не жалко. Главное, что я выжил. О, все. Она честно нас отпустит? Не может быть такого. Ей же очень хочется быть красивой. Но, видимо, она нас отпускает. Оу. Эта штука. Я вижу тебя. Никто не любит обломщиков. О, ты смотри. Давненько я тебя не видел. Наконец-таки. Черт! Черт! Бьем! 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 Бежим! Куда бежать-то? А! Вокруг! Нет, не получится так. Сейчас убьют, сейчас убьют, сейчас убьют, сейчас убьют, сейчас убьют. Давай! Есть!
Фу. Выжил, а этих нельзя забрать. Так. Что теперь? Отключили. Ну-ка. А можем ли мы сделать апгрейд? Все, теперь куда? Способности вернулись. Никто не унижает ангела. Никто. Стой смирно. Будет больно. Спятил, вот тебе. Ага. Так, что ж делать? Надо пробраться к ней вот туда. Опять этот ящик. В принципе, мы только туда и можем. Наверх. Оп. Так, хорошо, здесь есть ХП. Здесь можно... Нет, нельзя пройти. Я знаю, ты там, говорит она мне. Похрен, что она говорит. О, нет, нам нужно зарядить. Смотрите, я не могу. Черт, я не могу сюда пробраться никак. Сюда. На балкон. Блин. Стоп. Так, может, сделаем? И... А, мне что-то помешало. Вот это. Чёрт, тихо. Хорошо, когда она перезаряжается, есть время. О, зарядка. Так. Возвращаемся обратно. Давай, все. Мы теперь можем открыть, наконец-то. Ну? Черт. Что у нас здесь? Отлично, какой-то рычаг. Что это значит? Я не понимаю, мы что-то сделали такое важное или нет? Опа, смотрите! Это мне нравится. Сейчас, наверное, можно прокачать. У нас ХП на полную прокачаны. Нет, у нас ХП не на полную прокачаны. Ладно, давайте заапгрейдим способность. Что у нас тут есть? Энергетик. Больше ничего. Ага, вижу коробки. Скорее всего, лифт теперь заработал. Оп, осторожней. Вот, и мы можем каким-то образом теперь на него... Вон туда мы можем забраться. А, осторожней. Как так? Почему я туда не забрался? Есть! О, стоп, хорошо. Блин, нужно снова перезарядиться. А, кофе. Черт! А куда идти? Я забыл, где перезарядка. Вот перезарядка. Фу, так, сейчас мы с ней расправимся, я уверен. Еще немножко осталось. Главное, немножко попить кофе или какие-нибудь батончиков съесть, что угодно. Есть что-нибудь? Нету. Осторожней. Вот так, на коробке встаем. Оп!
И как раз сейчас там будет второй рубильник, да? Да. Все? Окей. Быстренько, быстренько, быстренько. Оп! Нужно перезарядку. Есть! Вот так. Вот так. Вот так. Так. Давай, перезаряжайся быстрее. Есть! Надо разбить. Мы уже здесь? Мы уже к ней сейчас подойдем. Тихо. Она не знает, что я здесь. Мы можем ее... Что? Ну что такое? Как ты смеешь меня трогать? Бей ее, бей ее! Да! Ну ладно, мы уже падали так. Черт тебя дери, а. Правильное тело, наконец-таки. Элис, да? Мое лицо. У тебя мое лицо. Это наше лицо. Я... Beautiful. Красивая. Always were. Всегда была. Она умерла со спокойной душой. Why does this feel so familiar? Почему это так знакомо? Мне кажется, что это уже было реально. Ты в порядке, Одри? Элис. Я не могу тебе... Я не могу нарадоваться тебе. О, а ты... Борис! Одри, это Том. Том? Он мой защитник. Мой друг. Вы вовремя пришли. Теперь я понимаю, почему тебе не нравится, когда тебя зовут Элис. Машина создает много таких же одинаковых форм. По крайней мере, снаружи. Но внутри мы очень разные. Но теперь я буду звать тебя чем-нибудь, как-нибудь по-другому. Просто тебе не подходит. И что у тебя? Бобби! Как насчет? Эллисон. Эллисон. Не так-то и плохо. Хорошо. Я попробую. Но... Only if you can tell me. Если ты мне скажешь... Name you're doing in Wilson's retreat? Что ты делаешь здесь? I almost forgot. О, Уилсон, я забыла. Right away. Мне нужно вернуться обратно. Ты с ума сошла? Уилсон наш враг. Ты знаешь его? Ты говорила с ним? Я видела, что он сделал. Этого достаточно. Послушай. Кажется, у него есть план, как убить демона. Навсегда. И... Мне кажется, он может нам помочь. Просто надо вернуться и выслушать его. Но если это правда, нам обоим нужна помощь. Том и я соберем друзей. Всех, кто остался. Удачи, Одри. Тебе тоже, Эллисон. Может быть, я возьму это? О чем он говорит? Какой-то забавный. Ладно, мы пойдем. Пока, ребят. Сейв. Окей, хорошо. Осталась последняя битва, кажется. Этот мир управляется прекрасными людьми. Если у тебя достаточно мозгов и таланта, ты можешь просто проникнуть через ворота. Прокрасться. Но с хорошим, красивым лицом все двери открыты. Толпа скандирует тебе. Они кричат твое имя. Они хотят твоего внимания. Они хотят с тобой поговорить. Шелковый голосок с прекрасными губками – это слабость для каждого. Я была перерождена с моим идеальным лицом, украденным у меня. Чтобы его вернуть, я разорву этот мир на части. Ангел прекрасна. Элис Энджел. Это ее записочка. Написала это для себя. Или для меня. Куда нам нужно? Откуда мы пришли? Видимо, нам сюда надо.
Что ж, они должны принести нам больше боли. Какой-то у него другой немножко голос стал, другая манера говорить. Тут ничего нету? Опа. Нет проблем, не обратно. Давайте здесь спрячемся, не знаю зачем, выйдем. Это хранитель. Куда нам дальше? Проходи, проходи. Опа. Опа, что это значит? Суп. Это значит суп. Способность у нас отняли, кстати говоря. И нам нужно идти за ним. Что это? Оу, вот так можно сделать? Так всегда можно было делать? А, как бы сейчас пройти мимо него? Там мы можем подзарядить. Он нас еще пока не видит. Вот теперь мы можем идти. Осторожней. Осторожней. Черт! Ай, как плохо. Прячемся. И мы не можем. Ничего сделать не можем. Ах, я поторопился. И меня убили. Нифига себе. Где мы? Что мы делаем здесь? Как мы тут оказались? Все, я прокрался. Давай быстрее. Пока не знаю, куда это нужно будет применить. Я не видел никакого замка. Но мы сейчас его, видимо, позже увидим. Окей. Быстрее, делай все быстрее. Опасность же. О, рычаг. Блин, как вовремя. Как вовремя. Быстрее. Все, давай, вали отсюда. Что у нас тут? Дорогая Элис, я не знаю, если ты прочитаешь эту записку или нет, но я буду оставлять их для тебя. Надеюсь, однажды ты поймешь мои слова, и это безумие уйдет из твоего разума. В этом странном темном месте мы можем найти свет и цель. Мы не брошены здесь бродить одни в одиночестве, в поисках красоты, могущества или чего-либо еще бессмысленного. Даже тот, кто чувствует неполноценность, может отыскать радость. Мы не потерянные. Мы просто ждем, чтобы быть найденными. Мы настолько похожи. Мы сформированы в одной и той же жиже. Мы как сестры, ты и я. Я желаю тебе комфорта и мудрости, чтобы они привели твое сердце к счастью. Я не буду пытаться достучаться до тебя, пока не будет слишком поздно, друг. Окей, надо поесть. Что, теперь куда? Что мы здесь должны найти? Мы куда-то здесь должны пройти, я не... А, лестница. Да, не мешай. О, блин, идет. Нам нужно в ту сторону, вот за ним идти. Пока я не знаю, как его обогнуть, но что-нибудь придумаю. Идем строго за ним. Тут наверняка сейчас будет какая-нибудь траншея, что-нибудь, куда можно будет лечь. Вот, есть какой-то ящик. А, погоди, нормально. Так, фух.
какой-то ключ, но я его не могу взять. Идите, сейчас сюда пройдем. О, здесь тупик. Бежим, 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 бежим. Вот сюда. Вот, я не заметил здесь. Какая-то записка. Они говорят, они убили моего господа. Они говорят, что чернильный демон пал. Они говорят, я был лжепророком. Но я говорю, мой господь жив. Я говорю, он вернется. И я говорю, оглядывайтесь по сторонам, мистер Уилсон. Аминь. А, погодите, вот шкатулка есть, которую мы не увидели. Эта шкатулка может хорошо отвлечь их, если я смогу ее починить. Нужен ключик. Ключик, который я видел там, в том шкафу. То есть я не мог его взять только потому, что я еще не нашел шкатулку. Вот оно как. Вот мы здесь забрали. Шкатулка, давай. Как ее? Что мне сделать? Надо еще найти фигурку теперь. Где я ее высору, эту фигурку? Погодите. Открылось что-то. Что-то изменилось здесь. Он ушел. А, здесь он просто кого-то пытал. И зачем нам... Нам нужно за ним идти, видимо. Окей, есть прогресс, господи. Какая нудная часть. О, замок. А у нас заряжена труба. Окей, прошли. Ну давай, давай, давай. Есть. Вот, я вижу, нам сюда. Только здесь надо быть очень осторожным. Ибо оно бродит. Блин, черт, не могу. Умру! Да чтоб меня... Все равно меня увидело. Где мне прятаться теперь? Вот здесь. Ты сядешь или как? О. Хорошо, взяли. Все взяли ингредиенты для этой сраной шкатулки. Где урод? Он сюда идет. Давай, заряжаем. Да пофигу, если он меня убьет даже, мы в чекпоинте окажемся. И даже будет быстрее, наверное. Хорошо, лучше просто держать заряженную эту штуку. Никогда не знаешь, когда тебе пригодится что. Куда он делся? Я правильно бегу? Правильно. Ой, стамина бы хватило. Ой, а, здесь. Вот так, сныкались. Все. Успокоились. Ой, нам сюда. Почти, друзья, почти. Какая-то слишком муторная часть. Вот, мы здесь. И кого мы должны отвлечь этим? Я не понимаю. Хорошее место, чтобы найти, поставить эту шкатулку музыкальную. Это что за место такое? Хорошее. Как понять? Блин, оказывается, тут нужен вот этот стол в месте, где дискотека. Это сложно было бы найти. Повезло, что я быстро наткнулся на это. Окей. Ну чё? Может быть, наверх? Нет, давайте в бочку. Ага, они сейчас все туда пойдут. И мы спокойно можем пройти дальше. Какие вы медленные. И сколько вас там? Ну, пожалуйста, ну быстрее.
Получается, мои способности не работают так же, как и способности Бенди. Я жатва легких. Но почему? Тут главное не попадаться под электричество. Видимо, из-за этого они решили обратить на меня внимание. Это что такое? Это мы... Что-то мы сделали. Мы вырубили. А-а-а! Теперь у нас есть способности. Так, рычаг, хорошо. Блин. Отлично. Проходим. Есть, бежим. Оп. Да. Да-да-да-да-да. Уилсон, мы идем. Не знаю, хороший ты или плохой, я уже запутался. А может быть, ты плохая? Привет, как дела? Вот ты где. Слава богу. Уилсон ждет тебя внизу, в лаборатории, когда ты будешь готова. Но сначала... Могу тебе с чем-нибудь помочь? Обычно я бы попросила гостя, но... Do you think you could pop round to the farmer's market back in town and find? Можешь ли ты? А, короче, она квест дает мне, чтобы я ингредиенты какие-то нашел для кухни. And I was hoping we could all celebrate tonight with a lovely supper. Won't take but a moment. Она хочет приготовить какой-нибудь ужин. Up to you. No pressure. Но это, конечно же, на ты сама. А, пошла ты. У меня работы. Где Уилсон? Он должен ждать нас в лаборатории. Что-то цветное не дает возможности всем существам здесь использовать свои способности. Блин, это очень интересно. Это очень прикольно выглядит, когда черно-белый мультик превращается в цветной внезапно. Все такое разукрашенное. О, нет. И мы снова вернулись обратно. Одри, ты пришла. Отлично. Заходи, дорогая. Надо многое обсудить. Но убедись, что ты готова. Оттуда, откуда мы пойдем, не вернуться уже назад. Все, давай, гоу-гоу-гоу. Сайд-квесты, ребят, не буду делать их. Спасибо, что проделала такой путь. Чернильный демон. Сильный враг. Чтобы убить по-настоящему такого монстра, вы должны... Его нужно... Чё? Его нужно унизить. Месяцами я работал над чем-то, чтобы это сделать. Вызвать демона. И что-то там сделать сильнее, больше и более управляемо. А, вместо него. Над заменой тому демону он работал. Хочу показать тебе мое творение. Разве не прекрасен? Простой, но изящный. Сокровище. Могущественное. Чернильный демон падет. И мы, наконец, заживем в мире. Может сработать, но звучит рискованно. Как мы будем его контролировать? Мы хотим повторить ошибки Джо. Нет, мы не будем. Все факторы должны быть идеальны. Правильный дизайн, правильная наука и правильная душа. Что? Наконец-то твое предназначение будет завершено. Вот почему ты здесь. С твоей душой внутри него мое творение будет жить вечно. Иди от меня. Ты безумец. Ну иди сюда, Адри. Часть тебя знала, что это твой путь. Оставь себя позади. И снизойди. Ты сказал, что тебе нужно спасти своего отца. Я думал, у тебя был план сделать все правильно и отправить меня домой. Я соврал. Но мой отец безнадежен. Возможно, ты его знаешь. Нейтан Арч. Владелец Аркгейт. Индустриальный гений. Магнат. Я жил под его тенью долго. Он всегда делал великие дела. Он знал только самое лучшее. Самых лучших мыслителей.
Разве его сын мог на что-то рассчитывать? Но теперь, спасибо тебе, я могу. Пощечина. А, нет, не нужно бороться. Мои сигналы предотвращают использование твоих способностей. И не дает возможности демону зайти. Пришло время умирать, Одри. И зажить по новой, как богиня. Ау. Что такое? Ишь, лбом меня ударит. Нет. Не в этот раз. О, он сейчас станет сам. Он станет сам этим маленьким милым мальчиком. Вот, все. И теперь нам нужно будет с ним сражаться. Субъект принят. О, пойдемте посмотрим, что из него получилось. Чую что-то стрёмное. Или, может быть, и сам демон чернильный придет и будет файт двух демонов. Ты родилась из самой темной тени. Одри. Время задать вопрос. Какой? Что такое? Вопрос. Задаю. Что это за якорь? Что это? Это он? Это Уилсон? Ну да, мальчик-морячок. И поэтому у него якорь огромный. И как нам с ним сражаться? У нас нет способностей. Труба-то хоть у нас есть. Труба есть. Что делать? Что делать? Что делать? Оп! Не могу ничего сделать. А, вот. Хорошо. Ох, так, быстрей. Первая готова. Сейчас он должен кинуть свой крюк. Якорь. Ай. Где еще? Где это? А, вот же. Вот. Короче, с ним бесполезно бороться. Нам нужно просто заряжать свою трубу и делать. Почему я не могу делать? Делать! О, что-то не так. Мы зарядили. Может, сюда пойти? Нельзя. Ладно, попробуем, может быть, его ударить. Я бью его! Смотрите, я весь бью его. Обратную пощечину мне отвесил, как... ладно. Слабый удар, на самом деле. Не такой уж могущественный, как... Я думал. Давай, ломай ему жизнь. Я знаю, что нужно делать. Надо заставлять его кидать якорь туда. Нет смысла его бить. Хорош. Оп! Черт! Зажали! Не бейте меня! Поел. Скорее. Да. Вау, чем ты попал по мне? Ну? Хорош. Сейчас снова пачка, да, побежит на меня. Но мы быстренько зарядимся. Чуть-чуть. Оп. Вот сюда. Ой. Это была, по-моему, последняя, да? Наши способности. Черт. Ох, как мы их быстро убиваем. Кто там еще? Сколько их? Раз, два. Нифига, мы настолько сильными стали. Вот, теперь начинается сама битва. Смотрим, что нужно сделать. Хорошо, давай, он должен ударить, и тогда смогу сзади зайти. Бьем. Отходим. Вон, наверх можно. Скорей. Не запрыгну. Я думаю, это все, что нужно сделать.
О, воу. Так, он застрял, теперь бьем его по этой торчащей нежной штучке. Не могу я запрыгнуть туда, все. Я попытался. Мне нужна подкормка. В сторону. Ага. Раз, два, три. Сейчас он должен снова начать махать. Два, три, четыре. Сколько еще раз? Почему ты сейчас вспомнил босса в Bendy in the Ink Machine? По-моему, во втором чептере, когда был босс-карусель. Бьем. Ау, как так там не попал? Что? Я прокоцался? Потому что пролетел сквозь него? О, начинается. Черт, сейчас убьют. Сейчас убьют. Давай. Есть! Слава богу, оторви ему голову, наконец-таки. Нет. Фаза номер три. Команда А сейчас придет. Волк. Борис, но не Борис теперь. Элис. Я жду очень. А, ноги от... Мне ноги оторвали. Да! Я так и знал. И все равно он сильнее, поскольку, да, мы же отключили эти разноцветные радужные штуки. Все, он убил его. Он убьет нас. Нет, ну мы же были добры к нему. Он должен это вспомнить. Вспомни, Бенди. Только не вспоминай первую нашу встречу, когда я тебя случайно кацанул. Время пришло, Одри. Твоя дорога сломлена. Присоединяйся к черным лужам. И начни свое страдание. У тебя нет ничего. Нет цели. Твое существование было ложью. Ты ошибка. Монстр. Как я. Но я сделаю тебя сильнее. Я сделаю тебя значимой. Время пришло. Мы едины. Дочерь Дрю. Сила демона. Нет, это не конец. Видите, мы и есть демон теперь. Мы играем им? Что происходит со мной? Всегда есть выбор. Я знаю, ты там. За этим страшным лицом. Где-то там моя девочка. Моя Одри. Мое величайшее творение. Мне страшно. Я не знаю, что происходит. Прошлое не определяет тебя. И даже настоящее. В конце, все эти годы назад, Джои Дрю наконец-таки одержал победу. Одержал успех. Он создал жизнь. Но, Одри, ты еще гораздо больше. Ты была его семьей, его дочерью.
my daughter. Моей дочерью. And I love you so я very очень тебя much. Люблю. Be quiet. Тихо, блин. Remember who you помнишь, are, Audrey. Кто ты, Remember. Audrey? Помни. Твои слова ничего не значат. Провал Джоид Рублен здесь. Я знаю, ты там. Тебе не нужно быть такой. Никогда не поздно. Просто мечта и карандаш. О, мы увидели, мы увидели. Ты должна иметь сердце. Нет. Будущее высечено уже. Смотри на концовку, смотри. Что ты делаешь? Начиная заново. Чё? This это is the end. Конец. А именно нужно было, чтобы на пленке, на бобине было написано конец или на чем-то, чем угодно. Или он может, допустим, просто увидеть буквы T-H-E and... Вот, это Одри ползет. А он такой, на тебе, слышь, не ползай здесь. Круто! Круто мы играем в Бенди. Ну, не Бенди, а... Ты просто пешка. Ты думаешь, ты меня определяешь? Восстань, мои вассалы, восстаньте! Убейте этого предателя! Халк Смэш! Я увидел The Loop'у надпись! И теперь... Всем вам The Loop'а! Ну чё делать-то надо? Долго мне это делать? Вы думаете, вы что-то можете со мной сделать? Склонитесь, вассалы, надо мной! Как вы смеете щекотать мои пяточки? Мне же щекотно, перестаньте. Фикать попку, секси у него. Однако, они все шлепают его. А, так. Молодец, ладно, мы просто идем. Все, забить на этих маленьких муравьишек. А, вот мы можем ускориться. Нафиг. Так, как пройти? Этот проход слишком маленький. Вот здесь. Дыш! О, коронная. Круто. А чё не все его атакуют? Они думают, что они что-то могут сделать, что-то изменить. Не. Так не будет. Это очень прикольно они сделали. Ощущение такое могущество, я сейчас ощущаю. Что? Трепещите. Дорога закрыта. Ты окружена. Не будет здесь победы. Теперь ты гудай. Подохнешь. Террористы какие-то пришли. Allison, Audrey, is that you in there? Чисто Тони Монтана такая. Окей, идите, вперед. Мы поможем вам. О, ты! Я не сделал квест, я не принес ему вкусняшки, но это, видимо, они сделали. Давай, вперед! Такой эпик начался внезапно. Одри! Беги! Давай, открывай дверь! Быстрее! Бьем! Бам-бам-бам-бам-бам! Все, проходим. Как присесть? Скорей. Просто безумие какое-то. Я не ожидал такой концовки. Есть. Просто борись. А, хорошо, нам нужно подождать. Оп. Просто вот так будем топтать и всех... To believe.
Окей, дверь почти открылась. А мы продолжаем топтать. Благо у нас бесконечная сила. Ну и жизни бесконечные, судя по всему. Ну все, хватит. Ты что, устала? Давай, беги, беги, беги. Не надо бить. Просто бежим. Оп, все ломается, все крушится. И все сочится. Сражайся, ты можешь. Ну что, давайте вот так делать. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Я не вижу, как дерется этот монстр. Я забыл, как его зовут. Добрая душа. Бежим. А что это за цехи такие, которые мы вот так вот пробегаем? Тут что, какой-то материал фуры возит? Я не понимаю. Ну чё, ну сколько? Тупик, что теперь? Помощь нужна? Генри, ты пришел? В некоторых боях стоит посражаться. Даже миллион раз. Давай, вперед. Оп, оп. Это мое все. И цикл будет продолжаться. Тогда в следующий раз сделаем лучше. Конец, конец, конец. Как ты здесь оказался? Я же убежал от тебя. Все, нажмите. Концовка. Мы запускаем фильм. Это увлекательно. Однажды мой отец сказал мне, «Только потому, что мы родились во тьме, не значит, что мы принадлежим ей. У нас всегда есть выбор». И здесь, в самом начале, я должна сделать выбор. Мультик моего отца теперь мой. Чтобы присматривать, защищать, заботиться. Я могу сделать этот цикл более выносимым для моих друзей внутри. Но если про меня говорить, я единственная в своем роде, рожденная во плоти. Единственная, кто смог избежать из того мира сюда. Так что дальше? Кто может сказать? Может быть, что-то будет дальше. Да, это вот целая игра, все, конец. Трилогия нужна, я думаю. Трилогия обязательно нужна. Очень круто. Гораздо лучше, чем эпизоды эти, мне кажется. Ну, в том плане, знаешь, пришлось бы ждать, они бы там время тянули бы этими эпизодами, чтобы ты там просто бегал по всяким локациям, как было в первой части игры. Просто заполняли время, чтобы эпизод того стоил, грубо говоря. Здесь вот чисто полноценная... Законченная игра. Я кайфанул. Да, все очень сделано по-киношному. С социальным подтекстом, разумеется. Как сейчас современно и все любят делать во всех творениях. Обязательно есть острый социальный комментарий. Это неплохо. Это хорошо, наоборот. Потому что, когда точка кипения достигает какая-то определенного уровня, ну, люди начинают свое мнение высказывать, творить и доносить какие-то свои мысли, чтобы что-то поменять, как-то улучшить. Ох.
Но иногда просто хочется каких-то камерных историй, которые никак не относятся к нашей реальности. Ну, то есть, чтобы не слушать одну и ту же вот эту вот пластинку про цикл, повторение. Ну, хотя, может быть, я просто думаю, что здесь такой есть комментарий, на самом деле, и нету. Я уже не знаю, что я хочу сказать, потому что я очень хочу спать, друзья. Я дико устал, мне осталось поспать всего час, и лететь надо будет. Тут есть какая-то катсцена, как вы видите. Нет, Giant Corporation. Закрыто? Навсегда. А, нет, погоди, это грузовик куда-то поехал. Короче, я к чему? Прикольно какие-то камерные истории иногда смотреть. Например, портал. Вот она вообще ничего общего с нашим миром не имеет. Она имеет свой мир, который как-то отражает людей, но при этом слишком не вовлекает тебя в реальность, так сказать. Потому что иногда прикольно творчество использовать для того, чтобы уйти из реальности, пофантазировать. А фантазии рождают новые идеи для того, чтобы изменять уже этот мир. Но это, опять же, никакой не косяк игры. Она прикольная, интересно была подана идея. Все красиво сделано. Были моменты, которые меня утомляли беготней. Но в целом все очень круто. Спасибо большое всем, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось, друзья. Вот здесь плейлист весь, чтобы посмотреть первую часть. Вот здесь другой видос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Юджин, любил вас всех. Увидимся скоро. Всем пять!